Вот такой гигантский мотылек сидит у меня в теплице. Я не знаю, как он называется. Может, он ядовитый, а может, нет. Вот сейчас потрогаю, чтобы он взлетел. Не хочет взлетать даже. А сидел он на огурцах. Вот, он же. Вот он, вот он, вот он. Полетел, полетел, полетел. Фу. Где он? Вот туда куда-то забился под моты. А вот он, вот он, вот он. Я его хочу выпустить на улицу, а он никак. Ладно, пусть сидит. Ну, самое интересное, он сидел вот здесь вот на огурце. Вот. Прямо на... И вот такую жидкость какую-то выпустил. Видите? Оранжевая, такая красновато-оранжевая. Я рукой ее потрогала. А потом думаю, может, она ядовитая какая. Видите? Я сначала не поняла. Думаю, ну откуда на огурце такая вот кровь или что это, какая-то как ржавчина. А потом смотрю, а он сидит здесь. Ну, взлетел он. Вот он там все-таки куда-то в щель хочет забиться, но в теплице жарко. Вот он. Ну, прямо очень, очень большой мотыль.